К нашему эфиру присоединяется Геннадий Гудков, политик-оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке, депутат Государственной Российской Думы Российской Федерации 2001-2012 годов. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, Геннадий Владимирович. Да, мы будем надеяться, что оно доброе и принесет нам добрые новости. Будем надеяться. Вашей тематике. Да, будем надеяться. Да, да. Вы думаете, так быстро это может произойти? То, о чем мы так мечтаем и хотим вас спросить. Чем хорош госпереворот, что он всегда наступает неожиданно, и мы узнаем о нем уже утром или ближе к ночи. Но как вы думаете, в этот раз не зря всполошилась вся путинская охрана и устраивает учения в Москве? Там говорят, даже уже до арестов дошло. Нет, ну всполошились-то они не зря. Понятно, что вся элита находится в состоянии крайнего возбуждения и шока. Понятно, что они потеряли среди... Если мы не берем страдающие сейчас от убийств, бомбежек и ударов, ракетных ударов в Украину, то наиболее пострадавшая страна после украинцев, безусловно, является путинская элита. Потому что она-то потеряла практически все. Она, видимо, потеряла даже больше, чем оппозиция. Оппозицию просто лишили страны, вот ту, которая успела уехать. Я не говорю о тех, кто сидит в тюрьме или кто убит. Вот они-то потеряли будущее полностью. Они это очень хорошо понимают. Поэтому, конечно, Путину следует опасаться своих же собственных. Но он сейчас никого не боится, кроме своих. Он, вот только у него главный страх перед своими. Отсюда все эти учения. Поэтому вот если кто его и свергнет, то самый ближний круг. Или там второй круг. Вот примерно так. Кто вот имеет возможность, какой-то доступ к нему, какие-то ресурсы, это вот либо первый, либо второй круг. Даже не третий. А каким образом это может произойти? Вы сейчас начинаете... Это начинается гадание на кофейной гуще. А что означает вот этот рисунок? И будет ли там суженый в день какой-нибудь там или не будет? Это может произойти как угодно. Может упасть кирпич на голову, может приступ какой-нибудь болезни случится. Да все что угодно. А может ничего не случится. Понимаете, вот в том-то и беда. Вот этих государственных переворотов, что они бывают удачные, неудачные, и что они просто бывают и иногда не бывают. Ну вот тот же Фидель Кастро, который должен был, по идее, так сказать, свергнуть силовым путем, да, он прожил всю свою жизнь спокойно, умер в больнице, так сказать, поизмывавшись над страной в течение практически там сколько лет, ну почти 60 лет. Вот и никому ничего не удалось сделать. Гитлера не смогли убить, хотя пытались много раз. Но и много, этот перечень можно продолжать дальше. Практически все упыри и диктаторы являются объектами, в том числе своих устремлений криминальных, так сказать, или там освободительных своих же собственных элит. Но эти элиты не всегда могут подобраться. Поэтому мы с вами сейчас говорим о вероятностном государственном перевороте, что он может быть, но также может, к сожалению, и не быть. Хотя и для мира, и для Европы, и для России, и для Украины, для всех это самый лучший, самый мягкий, и самый безболезненный вариант, если мы берем все остальные, сравниваем с ним. Геннадий Владимирович, ну не сомневаемся, что Путин хотел бы, наверное, скорее всего, повторить судьбу Кастро, но для этого ему нужно сделать практически невозможное. Проиграть войну в Украине, преподнести ее как победу и остаться в кресле. Хоть малейший шанс на осуществление этого такого сценария вообще у него есть на сегодняшний день? Нет. Или все-таки исход уже его предопределен? Не-не-не, ну давайте так, ну давайте. Вот, мы сейчас так понимаем, как бы исходя из логики нормального человека, что исход предопределен. А Путин это не понимает. И вообще он себя ведет достаточно уверенно. Он своим окружающим, ближайшим говорит: ребята, не бойтесь, там есть более точное слово. Значит, не бойтесь, все пока нормально. У нас огромные ресурсы мобилизационные. У нас на всю мощь запущен оборонный комплекс. Ну да, нам каких-то микрочипов не хватает, но нам хватает брони, взрывчатки, стали там, и так далее, для того, чтобы меди, для того, чтобы делать снаряды, мины, для того, чтобы клепать стволы пушек, для того, чтобы какие-то машины шли в бой и так далее и тому подобное. То есть это он говорит своему окружению. Все идет по плану, они не выдержат. У нас ресурсов надолго. Долго они не выдержат. Европа замерзнет, Украина устанет. Мы ее заморозим. Люди не смогут все время жить в этом кошмаре. Кончится терпение у республиканцев каких-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Что-нибудь произойдет в мире, типа там нападения на Тайвань. Не волнуйтесь, все нормально. Я с вами, со мной не пропадете.
Примерно такую мантру он повторяет для своих окружающих. Конечно, он их ругает, конечно, он разносит, конечно, конечно. Но в целом он выступает вот таким вот успокоителем своей элиты. Не волнуйтесь, мы прорвемся. Вот, собственно говоря, его сейчас нынешний посыл. Я понимаю, что, наверное, по-другому вести себя нельзя. Но он ведет себя сейчас так. То есть он старается не показывать на публике ни свою подавленность, ни растерянность, ни страх, ни какие-то там другие эмоции. То есть он старается вот показать, что он... Ничего, все нормально. Да нет, мы им додавим. Да не волнуйтесь, мы додавим. Да что у нас? Посмотрите, у нас там мобилизационный ресурс 20 миллионов. Да мы их начнем в бой бросать, да не замучатся их убивать. Да они, так сказать, там ничего там не сделают. Народ здесь, мы не боимся, мы его создали армию в 1 000 000 с лишним человек, который его подавляет. Любое выступление, любой выход на улицу мы подавляем, так сказать, и там никто не пикнет. При Сталине все молчали, все 200 с лишним миллионов молчали. Сидели, так сказать, тихо и дрожали, как осиновый лист. Сидели. Никто не выступил, никто не выступил. Хотя, посмотрите, 1,5 миллиона расстрелянных, 20 миллионов отправлены в ГУЛАГ, там 2 миллиона из них погиб, каждый десятый. И никто ничего не вякнул. Поэтому чего вы все, не волнуйтесь, ребят, все будет нормально. Я вам гарантирую. И ребята пока сидят. Ну, не все, конечно. И они понимают, что с Путиным им не по пути, у них нет будущего. А без Путина точно нет будущего. И вот они сейчас поставлены перед такой альтернативой. И тут плохо, между ужасно-ужасно и слово ужасно. Два, так сказать, две опции. Ужасно-ужасно или ужасно. Чего выбираете? Поэтому они пока ничего не убирают. Наверное, кто-то там что-то думает. Наверное, кто-то о чем-то там задумывается. Я бы, конечно, призывал ФСОшников не упускать такой возможности. Ну уж если вы не хотите там марать руки табакеркой или чем-то еще, ну заварите просто дверь в бункер, отключите связь, и пусть он там сидит до скончания века. Власть надо менять, конечно, в России. Вот. Ну, собственно говоря, и тут не надо сомневаться, даже тот, кто это сделал, это будет просто мировой герой. Это человек, которому будет вручена Нобелевская премия мира, почет, уважение на все оставшиеся, столетия, которые человечество проживет без риска быть уничтоженным. Ну, собственно говоря, вот так вот. Поэтому мы с вами что сейчас говорим? Конечно, там кто до него допущен. Узкий, как это мы, к сожалению, шутим, узкий круг ограниченных лиц. Это какие-то высокопоставленные генералы. Это первые, так сказать, приближенные среди министров. Ну, какие-то люди, которые к нему вхожи. Это, конечно, ФСО, его охрана, его там челядь и так далее и тому подобное. Это, конечно, кто-то из родственников. Ну вот, собственно говоря, этим кругом лиц и ограничивается общение обнуленного в бункере, по большому счету. Потому что все остальное, театральные постановки, кто там встречается с стюардессами, которых нет, которые, так сказать, сняли пленку, отдельно стюардесса, отдельно с ним. И рука проходит сквозь микрофон, как в фильмах, так сказать, там про привидений, про невидимых. Поэтому все остальное это вот как бы театр. Куда-то там выезжает, чтобы люди видели, что он еще жив, здоров, что он еще сам ходить может, что еще можно что-то говорить. А так, в основном, конечно, его общение сокращено до минимума. И вот вы там спрашиваете своих, или политологи ваши говорят, что там ФСОшники стоят. ФСОшники пьют. По крайней мере, вот у меня есть там некоторые люди, которых имеют знакомых, ФСО, занимающихся охраной безопасности Путина. Они пьют, потому что их там сначала замотали карантинами, когда они там бесконечные карантины без семьи сидят, без контактов, без друзей, без всего там, чтобы поохранять обнуленного, там с ним какие-то, куда-то их, его сопровождать. Они, конечно, находятся в стрессе. Многие правильно там почувствовали, что ФСОшники находятся в стрессе, пытаются их там из этого стресса вывести. Но я не знаю, получится это или нет. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Поэтому ФСОшников, конечно, сейчас такая серьезная миссия. Они могут войну продлить, они могут войну прекратить. Они могут помочь миру установиться. Ну вот, не знаю, понимают ли они своей исторической ответственности, моральной ответственности перед всем человечеством. Надеюсь, что кто-то понимает. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее. Нам что с вами остается? Надеяться на лучшее, следить за симптомами, смотреть, что там происходит в Москве. Другого пока у нас варианта с вами нет. Ну, я имею в виду, помимо того, что, конечно, вооруженные силы Украины продолжают свою героическую работу, и дай бог, чтобы они ее закончили как можно скорее, как можно успешнее. Ну и
все мы прекрасно понимаем, почему в последнее время участились вот эти истерические мольбы о переговорах. Да, Путину нужна пауза, и в том числе для сохранения своей власти. Конечно, вы обратили внимание, как его свои же пропагандисты сдают. Мы можем сейчас даже показать выступление Захара Прилепина. Да, Захара Прилепина, который, в общем-то, на одном из ток-шоу взял и выболтал все основные планы, которые Россия возлагает на возможные переговоры с Украиной. Давайте посмотрим, конечно, это очень показательно. Конечно. Ну, наверное, последнюю мысль надо говорить, потому что все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. СМЭ Хасавюрт 1997 года. Вот ровно та же история перед нами стоит, но я думаю, что все это понимают. Ну, конечно, не мы такие одни умные. Понятно, что вот мы стоим перед очередным каким-то Хасавюртом, который придется потом доделать до финала. Все боятся при этом Минска-3. Вот вам и настоящая цена этих переговоров. Как вы думаете, Прилепин по дурости это ляпнул, вот это все? Или, возможно, его ртом осуществляется какой-то коварный план противников Путина? Да не, ну Прилепин ляпнул это по дуре. У него там ума-то особо нет, как выяснилось. Да, талант писателя это еще не означает ум, который можно использовать в политике. Как это не звучит парадоксально, тем не менее. Но я бы не сказал, что он совсем прав. Путину надо выйти из угла, куда он сам себя загнал, как вот та крыса, про которую он там много раз рассказывал всему своему окружению, которое он видел в детстве. Он загнал себя в угол, ему надо как-то выйти. Как выйти? Вы правильно сказали, что его поражение военное означает его конец. Не простит ему элиты. Народ-то что там? Народ оболванен. Народ загнан по щелям, разогнан по щелям. Народ там находится в состоянии глубокой депрессии, угнетения и так далее. Там, ну, я не беру вот этих отмороженных, там их проценты, может, 20-25, которые там все еще его поддерживают, его военные, так сказать, потуги. А в целом понятно, что уже народ сейчас, так сказать, совершенно по-другому относится к войне и вообще к тому, что происходит в стране. Поэтому ему надо как-то перед элитами оправдаться. А как оправдаться? Он сейчас хочет усадить Украину любой ценой за стол переговоров, чтобы поторговаться с Украиной и мировой коалицией украинскими территориями, пока он их удерживает. Пока еще есть чем торговаться. Вот почему у него эта истерика? Потому что пока еще есть чем торговаться, пока еще есть кому чего навязывать, это раз. А второе, это будет сразу показателем международного признания его героических путинских усилий, да, что он такой крутой, весь мир с ним переговаривается, несмотря на то, что коалиция в 50 государств помогает Украине достичь военной победы, все равно они вынуждены сесть с Путиным за стол переговоров. Вот он что добивается. И вся элита скажет, ну да, крутой наш вождь. Да, он все-таки сумел победить 50 государств, усадить их за стол переговоров и начать с ними торг. Вот чего он добивается. И таким образом, если ему удастся что-то расторговать, чего-то выторговать, чего-то выцегонить, уж извините за непарламентские выражения, он выходит из войны, ну, каким-то, ну, может, ободранным, так сказать, общипанным, но таким петухом, который там гордо, так сказать, взирает на противника. Вот, да, он пощипан, ободран, так сказать, побит, но он гордый. И вот это, видели таких петухов, да, которые там кого-то победили ценой вот того, что там потеряв половину оперения. Но, тем не менее, гордо смотрит и говорит, смотри, кто на меня. Вот примерно Путин хочет так же выйти из войны, как вот этот предполагаемый петух, сильно потрепанным, но все-таки победителем. Вот его план. И тогда он удерживает власть. И тогда он замыкает страну. И тогда он начинает ее там готовить к реваншу, к мести, к возможной. Это не произойдет сразу. Может быть, это не произойдет никогда в силу его возраста. Но он будет это делать. И, по крайней мере, он будет удерживать власть до конца, пока его там перед ногами либо не вынесут, там, либо из Кремля естественным путем, либо каким-то неестественным путем. Вот, собственно говоря, план Путина, он совершенно очевиден, просчитывается на счет 1, 2, 3. Он абсолютно понятен. Захар Прилепин просто привычка, так сказать, к красному слову. Вот тут, с одной стороны, он выдает, как бы, так сказать, то, что не надо выдавать. С другой стороны, он, конечно, преувеличивает. Потому что общипанный, потрепанный Путин на несколько лет точно заткнется и будет пытаться там как-то залезать раны. За это время либо там... Ну, конечно, начнем следующую войну, если он будет жив-здоров и будет управлять страной. Но время, запас времени, даже физиологически, мы все смертны, к сожалению. Никто еще не придумал рецепт для вечной жизни. Поэтому, конечно, физиологический запас у него, мы не знаем какой, но в любом случае он тает. Как каждого из нас, каждый день приближает нас к тому часу, который мы все боимся. Вот, поэтому
мы не знаем, как дальше будет будущее. Но выползать ему из угла, ну, с точки зрения российской оппозиции, я бы призывал не дать ему возможности выйти из угла, потому что это грозит тяжелейшим последствиям для всего мира. Ну, будет Иран, Северная Корея, какая-нибудь Венесуэла, какая-нибудь Центральноафриканская Республика, входящие туда клерикальные какие-то отмороженные режимы. Вот будет такая мировая ось зла, которая будет постоянно гадить человечеству, постоянно угрожать ему ядерной войной, постоянно провоцировать любые конфликты. Победа над Путиным меняет картину мира. Вот вы знаете, все время русские революции, они имеют, почти все, кроме 1905 года, пожалуй, они все имеют геополитическое значение. После каждой русской революции меняется картинка мира, даже географическая карта мира меняется. И вот нельзя оставлять Россию с Путиным, иначе мы получим серьезнейшую угрозу уничтожения цивилизации, частично или полностью, в самом ближайшем времени. Не Россия начнет войну, так начнет Иран войну какую-нибудь ядерную, предположим, или еще что-то. То есть эта поддержка России, она чрезвычайно опасна для мира. Сохранение России в качестве военной хунты, диктатуры, настроенной на реванш. Это огромнейшая будет ошибка всего мира, если они позволят Путину остаться у власти. Правильно Байден сказал, что его нельзя оставлять у власти. И это не оговорка, это понимание неизбежности такого решения. Абсолютно с вами согласны. Спасибо вам за это включение. Геннадий Гудков, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо огромное.